Всем привет, господа читатели и зрители канала. Сегодня проведем сравнительный тест двух, в общем-то, неплохих водок Хортица и Мороша. Обе водки на альфа-спирте, обе достаточно приличные по качеству. Уже было несколько статей предыдущих в текстовом формате по поводу и одной, и другой водки. Они себя зарекомендовали довольно хорошо. Только с положительной стороны, я бы так назвал. Хотя, опять же, это мое субъективное мнение. Тем не менее, пришла мысль выяснить, какая из водок мягче. Почему эта мысль появилась? Потому что, покупая водку Морошу, я обратил вот внимание на этот надпись. Уровень мягкости 1. Типа, она самая мягкая. Вот. Самая мягкая водка. Вот. Ее все подробности. Самое главное, что и одна, и вторая водка на альфа-спирте. Водка Хортица, но я считаю, что она серебряная прохлада. Именно серебряная прохлада. Самая мягкая из всего ряда Хортицы. Хотя, опять же, это субъективное мнение. У кого-то может быть иное. Так вот, взяв эти два экземпляра, я сейчас буду проводить сравнительный тест. Вот. Значит, сперва пьем Хортицу. Водка очень хорошо заходит. Не требует никакой закуски. Я взял специально немножко водички, чтобы нейтрализовать рецепторы вкусовые. Вот. И сейчас попробуем Морошу. Попробовали Морошу. Что-то Мороша мне показалось немножко резче, чем Хортица. Ну-ка, давайте-ка еще раз. Да, определенно Хортица немножко мягче. Немножко мягче. Отличия еле-еле уловимые, но вот на мой вкус мне показалось, что Хортица чуть-чуть мягче идет, чем Мороша. И опять же, сразу скажу, что обе водки достаточно мягкие, не требуют закуски совершенно. То есть можно пить даже без закуски. Вот, и очень такие приятные на вкус. В общем, рекомендую к употреблению и одну, и вторую. Но по уровню мягкости, на мой взгляд, Хортица получше будет. Всем спасибо, до следующих встреч.